Сейчас решили использовать вот такие ложементы под шарик, которые повторяют его форму. Потому что в этом случае, когда шар деформируется трафаретной рамой, которая прижимает шарик сверху, в шарику есть плоскости, не плоскости, а пространство, куда он может компенсировать свое напряжение. Что вот считаем, что такие ложементы будут более практичные, нежели пластиковые. Так что вот такой ложемент можно купить за 1500 рублей, кто спрашивал.